На встречу со школьниками пришли ветераны боевых действий разных лет. В их числе и герой Российской Федерации, участник разгона Верховного Совета Александр Кишинский. Он участвовал в ликвидации осетино-ингушского конфликта в штурме Грозного. Гости рассказали о мужестве русских солдат, о ходе Сталинградской операции. В ответном слове ученики 8-й школы и 6-й гимназии прочитали стихи о войне и мире, подготовили литературно-музыкальные композиции. И плакала скрипка в память о всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.